Привет, амигос. В этой серии решил, наверное, пойти и завоевать немножко доверия у подземки, потому что, ну, все остальные что-то ребята, ну, за братство стали, в общем-то, пока что основных квестов, как я понял, не дает. Вот, делать для них побочки до обосрачки, это, не знаю, что-то приелось. Я так понял, что поскольку подземка поддерживает синтов, вступить в ее ряды — это хороший способ завоевать доверие Валентина, сделать наконец-то его сюжетный квест и послать его в задницу, взяв какого-нибудь супермутанта или, не знаю, кстати, паладина Данса нашел. Он стоит, если он уходит там после квеста за братство стали, он на предвине на этом, на дирижабле тусит. Вот, пришел с ним сюда, взял в пачку валика, он паладин сказал: поверить не могу, что меняют на это. Заебала ты. Вот, так что, кстати, разобрал хлам в инвентаре. Всем на радость, я уверен. Теперь вот переносимый вес. Да, я еще и шматье прокачал, все на переносимый вес убрал. В ящик всякое говнище, которое типа для лечения. Половину ядер кол, половину стелс-боев. Аптечки, чашки, мутафрукт. Все вот это говнище весело просто непомерно до хрена. То есть дело не в том, что я хлам какой-то набирал, а дело в том, что у меня аптечки, мины, все вот это создало какой-то нереальный перевес. Так, ну и теперь, собственно, агентурная работа. Встретиться с Дьяконом. На старом шоссе последнего чувака по имени Дьякон я видел в фильме Блейд, блядь, если меня память не ошибает. Где они такое откопали? На станции чё, кстати, еще встретиться? Вот он, Дьякон, где? Он что-то близко как-то к Синкчуари находится. Тут, ну, была локация, в общем-то. Парк Рокки Нерлс, валка братьев Джалбертов. Откуда бы туда пойти, чтобы не попасть в какую-нибудь сразу заваруху? А то бывает, что перемещаешься на локацию, которую прежде уже зачистил. Ну, уже в комментах разобрались, что если ты ее не по квесту зачищал, она спаунится. Вот туда перемещаешься, сука, появляется слева, блядь, легендарный какой-нибудь говноед, справа толпа, блядь, других говноедов, у них там перестрелка, а ты спаунишься посередине, и тебя мочат и те, и другие. Такое уже было, в общем-то. Так, силовую броню я снял пока что, потому что мне кажется, это будет какая-то стелс-миссия или что-то типа того. Эй, Валек, смотри. Этот медведь хочет напасть на нас, ёптать. А, это еще и карликовый. О боже, какой дерьмовый выстрел, мать его. Я его не убил, а это значит, что сейчас половина жопы моей будет откусана, видимо. А мы ему в ухо, блядь, всунь ему, сука, штык-нож в ухо. Блядь, отъебись, сука, балу, блядь, нападает. Вот мразь, бля. Мясо, шкура, нахер. А хотя шкура. Шкура Яугая пойдет на текстиль. На. Куда она там идет? На меховой воротник для силовой брони. Сука, а, я помню, этот медведь меня отсюда погнал в прошлый раз. Не дал мне тут облутать все. Я его как увидел, как дриснул отсюда. Очередной скелет Майкла Джексона. О, сколько тут патронов, ёпта. Импульсная граната, криамина. Ну, это говнище дальше идет какой-то. Сразу радиация начала шкалить, видимо, я не знаю. Опять обезьяны, да? Что ж такое-то? Выстиранное джинсовое платье, кровать. Бейсболочка. Ее причем даже не взять, она просто, не знаю, она сидит. И звякает в свои тарелочки. Даже если это пасхалка или отсылка, зачем ее повторять? Она просто... Что такое? Еще один, что ли? Слушайте, а вот и здесь я... Нет, не был, смотрите, стимулятор. Ебалась по башке, сука. Че ж ты тут делаешь-то? Здесь прям берлога, блядь, Яугаев, я так посмотрю. О. Давай, сучка, посмотрим, кто кого. Джунгли зовут, мать его, травоядные против плотоядных. Да почему? Где удар-то, блядь, ножом этим ебучим? Смотрите, а у меня ножом он почему-то не бьет. О, прикол. Вот так только. Наотмашь. Не знаю, что случилось. Придется. Блядь. Валёк! О, боже.
На нахуй. Я не знаю почему. Что случилось с этим ёбнутым клинком Пикмана? Я не знаю почему он, сука, им не машет этот, сука, дистрофичный. Сука, выкидыш, блядь, из убежища своего сраного. Какой там 111-го. Мудаёб, блядь. Или это баги какие-то постоянно. Ну, был такой, я уже стрелял, стрелял из пальца, стрелял из ножа, но чтобы, блядь, нож не бил, это вообще что-то, сука. А кому я отдал свой силовой кастет, кто-нибудь помнит? А да похеру. Надоело тоже это, блядь, говёное рукопашное оружие. Когда в силовую броню залезаешь, он, блядь, перестает им пользоваться. Ну, что за дерьмо, блядь. Ну, долго я буду смотреть на этот, сука, карабин, блядь. Дедушкин нахер. О, заебись вообще. Ну чё, где, блядь, нож? Да, он не бьет, пизда-то вообще. Может, это как-то связано с тем, что я упорот? Что у меня алкоголизм, блядь, в зависимости от бафтов и ещё какое-то говно? А может, это как-то связано с тем, что у меня режим на мышке был переключен? Ну-ка. А если с режимом? Да, понятно, блять, мультиклик на мышке на ебучий был включен, охуенно. Китаёзы понаделали мышек, сука, вся в кнопках. Не взяться прям, чтобы, блять, не нажать что-нибудь. Чё из гранатомета по Яугаю не взъебнул? Ну там локация неправильная, это то, что я говорил. Вот приходишь, блять, она не зачищена. И чё повсюду здесь стоят эти сраные аппараты, с ними что-то можно сделать? Вот этот кексик, блять, можно достать вообще оттуда? Убогое говно. Так, что у нас тут на повестке дня рядом? А, все, мы понятно, туда идем. Кстати, тут военный блокпост по дороге. Может, тут силовая броня стоит? Я помню, что это в самом начале игры тут приходилось идти. Нет, говно какое-то зависло. Где-то вот в таком месте броня анклава стояла. Почему, кстати, на военном блокпосту стояла броня именно анклава? Я не понял немножко. Что тут за... О, Никичелло, ты где? Эй, I'm listening. Think you can unlock that terminal? Херач. Чё, невозможно? Ты чё, охренел что ли, блядь? Сука, обезьяна, блядь, электронная, ёб твою мать. Легкий терминал открыть невозможно. Ник Валентайн, ты опёздал. Не подходит, сука, твою мать, что тогда? Может быть, чуры? Yes. Да, мазафака, отлично. Дверями Макс Лок, блядь. Ну, получи ты доступ к замкам быстрее. Что ж ты, блядь, сколько тут оперативы-то в этом компьютере. Но солдат спит, служба идет, ёптать. Причем какой-то, блядь, судя по форме, он спит еще с Великой Отечественной тут, походу. Фриц, блядь. Бутылка с коктейлем Молотова, осколочная мина. Это что, все, что ли? Да. Это, блядь, серьезно. Стоило сюда зайти. И его еще и робот охраняет, главное, вообще прикол. Но, тут, кстати, попадают шмотки такие, которые дают бонус к скорости перемещения по 10%. Мне интересно, если напялить полностью в них одеться, будешь, наверное, бегать со скоростью, не знаю, человека-молнии, блин. Флэш Томпсон, ёптать, в мире Фоллаута. Еще в красный цвет ее покрасить. Патрон, патрон, коктейль Молотова, патрон. Давай нахер. Очень интересно, кстати, наркоманские всякие вот пушки. Ух, нихуя себе они там настроили. Типа наркоманский дробовик, наркоманское еще что-нибудь. Они же бонус дают от того, что у тебя больше зависимостей. А своей зависимости дают дебафы. Выходит, наркоманское оружие самое говенное. Ну заряжай ты, ёпта, блядь. Ну там нахуй. Ник, добивай, добивай, не стесняйся, ёптать. Офигенно, в ночном прицеле что-то видно, блядь, сейчас вам скажу. Здесь, походу, чем круче ты прицел ставишь, тем хуже в него видно, ёба. Вот максимум это коллиматорный, все, что в этой игре надо. Так, собственно, мне не интересует лут этих... А, хотя у них были лазерные стволы, а у меня с лазерными патронами вообще косяк. Где они, сука, сдохли? Валёк? Где их трупы-то, бля? Вон, кажется, чья-то нога торчит, нет? Хуя его.
похоронил просто, смотри. Блять, с него есть единственное, что можно сапоги залутать, по-моему. Сигара, нихуя себе. А тут второй был. От второго вообще даже ног не осталось. А, вот он. Смолянка какая-то. Грязный армейский шлем. Интересно, вообще на голову можно найти что-то, что-то лучше, чем грязный армейский шлем по защите? О, еще один, что ли? Самка рат оленя. Нет, она меня вообще не ебет. Но это, видимо, тот этот дьякон, блин, стоит. Мудьякон. Я буду звать тебя Мудьякон. Ты хочешь быть Мудьякон? Ёпты, Брюс Уиллис. Смотри, Брюс Уиллис. Охереть можно. Брюс, это ты. Чувак, если хочешь маскироваться под кого-то, последнее, под кого надо, это Брюс Уиллиса, бля, слишком узнаваем. Да, да, тебе очень идет быть деревенщиной. А как ты меняешь ебаный в натуре? Да? Какое у тебя прикольное хобби. I almost didn't recognize you. That's the point. So, about the job. Радуйся, что я тебя в оптический прицел поразглядывал хорошенько перед тем, как стрелять. Под кафе Джо Слоком? Your base was under a donut shop? It's a lot better than it sounds. Well, it was until it was blown to hell. Блять, это как это клан подвальных братьев, сука, а не это. А не подземка. Им надо было не подземка назваться, а опущенцы. Опущенцы, миньетмены, блядь. Задроты из института и братство стали, сука. Что же выбрать, блядь? Там, наверное, гулей, бля. He or she has information on the base, so let's pump him for information before we dive in. For now, I'll take point. Турист? Чё за турист? О, ты тоже со снайперкой. Это напоминает мне фильм «Снайпер 2», там тоже два снайпера были. Да и в первом, в общем-то, тоже. То ещё кинцо. Бля, я буду ползком ходить, и то быстрее. Какая стрелка? Ты что там, блядь, с компасом идешь то? А, вот, нарисовано. Музыка такая заиграла, как будто мы, блядь, за клан индейцев миссию проходим. Опять тут детская машинка. У меня такая в детстве на педальках была. Чувак, а ты что-нибудь видишь вообще? Мы, блядь, не в Silent Hill часом идем. Ёпта, как классно вот в ночной прицел. Ну, кто бы мог кто бы сомневался, что будут гули. Кофейная кружка. О, игрушечная машинка, fuck yeah. Что это за труп чупакабры здесь? Смотрите, они как будто... Друг другу пилотки лизали до самой смерти. Так, возьму-ка я вот это. Тут хотя бы нет... О, понеслась, понеслась, смотри-ка. На, посраки. А, ты его уже убил? Да подожди ты, блядь, да я такого-нибудь ебану. Мне что же прокачиваться надо? О, серебришка. Отвертка тоже пойдет. Я теперь вообще все могу лутать, хули у меня. 100 веса лимит еще. Сейчас я пристреливаюсь. О, видал, как я его, а? Какой там счет? 3-1 в твою пользу? Хорошо. Опа, 3-2, сука, мы догоняем. Кстати, Валек за меня, поэтому его очки мои очки. Шпилька. О, о. Не допил, что ли? Ядер колу. Красавчик. Сука, я смотрю, что они с моим синтом одеты в едином стиле, как два бомжа. Ну я тоже тот еще оборванец. Мы вообще группировка гопников. Мы гоп-банда, ищем кого гопнуть.
Это кто стоит? Рики Далтон. Повезло ему. В таком тумане могли бы его и вальнуть. Прочная рейдерская вместительная. О. Антирадины не собираю, они просто не нужны. У меня 50 на базе, 20 с собой. Что-то у него морда какая-то недовольная. Смотрите, это Дэнни Трехо. А нахер ты себе вот это говно на руку одел? Стена мне свидетель. Такое чувство, знаете, что он сейчас скажет: меня зовут Иниго Монтойя, ты убил моего отца. Был такой фильм раньше, где-то из какого-то это фильма. Are you in danger? I signed on for light recon, but that little Slocum's jaw of yours is crawling with goddamn chrome. Железными дровосеками? Ну радуйся, что не живыми гомосеками, ёпта. Так бы еще и обиднее было. Заминировали, чувак, не бзди. Знаешь, как я классно мины разминирую? Ногами, блять. I appreciate all you've done. I hope it helps. I really do. As soon as it's safe, I'm getting the hell out of here. So if you need anything else, better ask soon. Да, ебай, в чем смысл жизни? Так, где? А, поговорить с дьяконом. Диакон? Валек так побежал, как будто собирается дьякону сразу втащить. Без разговоров. Hey there. Well, isn't Ricky just a ray of sunshine? You think he's telling the truth? А зачем ему врать? Speaking of truth, why did you lie to Ricky? My job in the railroad. Ricky Милашка там был вариант. That job's easier if no one knows who I am. So I lied. I do that. So you handled the talky talk, and I got to watch from the side. Ну чё, гудзонский ястреб, мы идем, блять, или чё? Why would Ricky lie? People always got reasons to lie. The institute could have turned. Все врут, блять. Ты прям доктор Хаус. Seriously pissed off at us. Такое ощущение, кстати, что у него стекла в очках пластмассовые, причем гнутые. He's probably telling the truth, but you never can tell. I agree. Odds are good we can take him at face value. First rule in this business is never go against your gut. So if we take him at his word. The front door has mines, synths, and probably other fun and exciting prizes. So we're going. А, синты? Я думал, роботы. Тоннель. Атака в лоб. Да давай атака в лоб, нахуй твой тоннель. What? If you think we got the mojo for that, I'll back your play. А, вот так вот. Пока было безопасно, ты шел впереди. Как только ситуация обострилась, не обязательно проникнуть на базу через главный вход, обязательно через станы. Блять, жаль, я не в силовой броне. Могу здесь спуститься. Теперь обратно, что ли, идти? Отлично вообще, отлично. Синты, шминты, мины, говнины, блять. Нашли тоже, чем пугать. Нас, рейверов, ядерной бомбы испугаешь. Едва ли мы говно не такое видали. Сука, как бы герою прокачать количество ОД, чтобы он бегал дольше? Он задолбал. А, на колесо мыши вид меняется. Я не знал. Уи, давай-ка. Прям вообще другая игра началась, да? С такой же дурацкой анимацией, как будто между частями не прошло 10. О, блядь! Дворняга ебучая. Да, ну стрелять с таким видом, он, конечно, полная борода. Ну давай ты, ебаный, ты ну чё застыл-то, блядь. Королевский.
А это что за говно? Тьяугай? А, это рат-олень. Кого-то там приложили. Так, 62, 56. Это главный вход. А, блять. Подождите, что? База-то где? Пробраться в тоннель? Не обязательно проникнуть на базу, заебись. Так мины видно еще хуже будет. Дам шанс подорвать меня. Я слышу звуки пальбы. Возможно, синты уже с кем-то сражаются. Ах ты, блядь! Чуть жопу не оторвало. Хуйня, даже близко не было. Помощь. Сейчас. У меня тут где-то есть всякое говно. Ребра Яугая, ром. О, стейк из брамина, смотри, как замечательно. Оу. Были синты и нету синтов. Что-то мне кажется, им их мины на руку не пошли, блядь. О, Валентин пошел разминировать. Ай, Валек, проверь эту ситуацию. Че тут, как тут? Где мое лазерное оружие? Как классно главный герой меняет пушки. О, блядь. Сука, неважно с каким-то видом, но переход в прицел оптики все равно через черный экран, бля. Все равно через жопу. Не, ну синты классно выбежали мне навстречу, бля. Разминировав свои сраные мины. И устранив тем самым свои сраные турели, кстати, они тоже взорвались. Тостер, кофейник, у них нету меди, они мне не нужны. Давай на деньги пригоним. А тут у нас что? Котлетка какая-то, блядь, которая же... Лет, сука, больше, чем Ленину, наверное. В мавзолее. Оу, oh, yeah. Синт. Где синт? А, вот это синт? Что-то коротит там вообще не по-детски. Этот синт, наверное, бахнул винт. Что-то можно залезть, что-нибудь полутать? Ничего нету? Да не врите, там пупсы стоят, наверное, в рядок просто кучей. Не дайте мне туда залезть, их забрать. Да, миссия вообще огонь, конечно. Интересно, бля. Ну, это миссия такая, блин. Где-то, наверное, первой четверти игры, походу. Я не понимаю, почему синты по уровню отстают. Ведь здесь автолевел какая-то, автосложность же есть. Ну-ка, ничего тут не сбросилось. Выживание. Ну, что-то я как-то, блядь, простенько выживаю. А вот наше укрытие могучее. Шашлык. О, а вот наш кореш из подземки. Чистый коричневый костюм. Коричневый, потому что он перед смертью испугался, видимо, сильно. О, плиточка. Заебись. Медь. Алюминка. Что-то музыка такая играет. Миска. А миска не алюминиевая, сейчас мы возьмем парочку на пробу. И тут такая секретная беспалевная кнопка мигает. Так что за говно-то? Лифт не работает, слышишь, дьякон, что делать-то? Дикон. Мудьякон. Вообще-то Дикон. Дикон его зовут, нет? Блять, что делать? Провалено? А почему провалено-то? Сука, говно, блядь. Придется через тоннель идти, что ли? А почему? А в чем я наебался-то, я не понял. Я прошел через главный вход. То, что тут не работает, блядь, это вообще не мои проблемы.
Нихуя не понял. Правильно говорят, сука, нормальные и правильные герои всегда идут в обход, нехуй. Нехуй в лоб ломиться, это уничтожить. Бля, Валентину можно хотя бы очки одеть? Его глаза меня что-то уже, блядь, заебали. Давай ты, блядь, открывай свой ебучий карман и свой ссаный, показывай, что спиздил. А, одежда. Ну-ка, где у меня очки? У меня где-то были для него отличные очки. Модные очки, блядь. Хуй там, ничего он не хочет одевать, ублюдок. Ну, ходи, ходи уродцем, значит, тварь. Так, что-то все горит, блядь. Теперь марш-бросок 90 километров. О, сколько мне накопилось зажигательных патронов. Время сжечь чью-то жопу. Чудо-клей, жеребенчик берем. Марш-бросок. А, вон туннель в трубе в какой-то. Ну тут, наверное, вообще, бля. Если там живут синты, то тут подзалупные монстры, наверное, каким еще вылезут. Чуть мне не нравится это место. Я его подозреваю. Коллектор. Синты первого и второго поколения, это кто вообще? Оживший тостер? О, очень сложный терминал, твою мать, сука. О, очень заебись, а как его? А, я прокачался, отлично. А если бы я не мог очень сложный терминал открывать, то чё бы я тут делал, интересно? Как, блять, как вообще эту миссию тогда проходить, если в лоб нихуя с черного хода не открыть? Как тогда делать-то? Devastation. Я уверен, что это он. Нет. Тогда вот это. Тоже нихуя. Ты посмотри, блядь. Столько букв, ни одного совпадения. Пиздец. А вот сейчас почему-то все как-то крупнее стало. Это, что это значит? О, нихуя себе. Хакнул просто как бог. Я познаю дзен терпения просто, пока грузится это говно. Да, есть. Спиздить только и принесть. Вон что-то турельку разобрали. Запчасть. О, синты первого поколения, смотрите. Пиу. Да чё ж ты, блядь. Стой тут, сука, прямо, блядь, говно. Блядь. Даже штыком не попасть, ну и криворукий. О боже, этот таракан хочет напасть на нас. Я так понимаю, что при первой же возможности надо будет снять нахуй прицел с этой лазерки, потому что он меня бесит. Чё я раньше этого не сделал? Хороший вопрос. Чё происходит? Мисс Бум. Чё это ты тут? О, мисс Бум. Симпотная. В принципе, она еще свеженькая, я уверен. Ну а чё, Кейт мы давно не видели. И у нее морковь есть. Что она тут делала с этой морковкой? Интересно. Они там что, друг с другом пиздят, что ли? Или со мной, я просто не слушаю. О! Терминатор, блять, отличный. Как в армате, прям нельзя рядом со стеной стрелять. Опа-опа-опа. Понеслась. Колем-колем. Бля, пацаны, меня пиздёхают тут за милую душу. Вы где? Синты, блядь, позапрошлого поколения. Сфокусированный. Проститутский пистолет. Я понял, это будет клан не институт, а будет клан проститут. Хитрый Николас. Хули ты тут делаешь в своем адидасе? Чё-то я не понял, а чё они тут? Столько агентов сюда послали, и они тут все померли, что ли? Пиздык, где запчасти-то? Мне медь нужна. Фрэнсис О'Дел. Им не впадло было им имена придумывать, как бы, это же трупы. Но они, походу, все турели тут разминировали. А, это турели.
Это турели группировки, наверное, подземкины. Мистер Мезерс. Ну, терминал еще. Ну-ка, активировать, суки. Сейчас посмотрим, как там синты будут веселиться. По-моему, турель только что лопнула. Сухомяточку. Ничего не успела сделать. Что-то легендарные синты-то куда пропали? Я что-то давненько уже легендарщины не видел никакой. Килли-кей. С пачкой сухариков приперлась, блин. Сука, это труба из-за того, что красная, похожа, блядь, на кишку на какую-то. Легкий терминал. Ник Валентайн, тут, блядь, терминал твоего уровня развития, сука. Компьютер такой же тупой, блядь, как у тебя в голове. Кросс. Блядь. Чё-то я, походу, прям освоил, сука, теорию взлома, блядь, совершенства. Давай, говно. Ну чё, кажется, мы прошли, блядь. Ох ты, ёб твою мать. Он пришел за Джоном Коннором, боже мой. А это что такое? Кто-то решил свой стрючок через дверь к нам просунуть в замочную скважину, видели, да? Интересно. А как Валентайн относится к тому, что мы ебашим его собратьев-роботов? Ему как бы пофигу, да? У него нет к ним родственных чувств. Сонгберт. Сонгберт — это певчая птичка, получается. Ох ты, мать моя, что ж такое это было-то? Слушайте, а у этой Songbird неплохая жопа была, это Италия в порядке. Тут, походу, лучших тёлок уже убили давно в этой игре, да? Какие-то ссаные матрасы тут, чё, кто-то спал, что ли? Переселяйтесь ко мне в санкчуаре, я и то там всем барак построил и кроватями набил. Заебало, что они жалуются, что им спать негде. Картотека, о! А, чё, он поговорить хочет? Давай. Hey. Да, с чёрного входа до бесмазочки самая безопасность. Мы заберём прототип нашим добрым... Чё за прототип? Мы робота забирать пришли? Синта? Давай, Брюс. Забрать прототип Каррингтона. А чё же он тут оставил, если он так важен? Мешок с гемолимфой. О, техдокументация, заебенчик. Надо еще поискать. Братству Стали вас сдам. Братство Сталина, наверное, дорого заплатит за ваши техдокументы. А может и прототип вашим отнести, а? Меня нам сразу сделают главным рыцарем. О, это что такое? А, это испепеленный. Опа! Руководство по тайным операциям. Да-да, режим скрытности сложнее обнаружить, это так круто. Центральный терминал сложный. Да ядрись тканем. Терминал открыть.
Че тут столько терминалов-то, блин, понапехано, а? Ну, давай центральный, может тут написано хоть что мы тут делаем. Я вангую. Вот это. Хуёво вангую сейчас. Вангователь нам починить. Я думаю, что вот это. Тогда я думаю, что, блядь... Тогда я думаю, что, сука, хуй его знает. Надо сохраниться, блядь. Я вангую, что сейчас будет наёбка. Сука. Struggles. Ой, блядь, боже, какая веселая хуйня. Да ты заебала меня, блядь, говнище тупое, бля, а? Слышишь, хуй моржовый, ну-ка, блядь, ломанул эту хуйню. Ты тупой? Смотрим за работой мастера. Какая же у тебя тут структура, блядь, структура Intel Celeron, ёптать, 85-го года, блядь, DOS Windows. Вот ты мой красавчик. Впереди... Взъебни вот тот. Давай, давай, правда, опыта мне за это не дают, но, блядь, переживу как-нибудь уже. Да чё заебали эти взломы тупые. Состояние боеготовности 2077 года. Разрешение на Anchorage, боеготовность 3. Командующий Тихоокеанского флота докладывает о НПО у побережья Калифорнии. Ожидание ответа КНШ, блять. ВВС США обнаружит авиационную эскадрилью, возможно, Китай, на большой высоте у Берингового пролива. А Сяо докладывает о 4 вероятных запусках боеготовности 2. Норад подтверждает наличие объекта в воздухе. То это тут, блядь, секретный бункер какой-то, блядь, противоядерный в подвале кафешечки. Какая-то база данных. Чё за база данных-то? Архив боеготовности. И чё? Ах, хер его поймёшь, что это такое. Что-нибудь видно? Чувак, ты включить-то хоть не забыл? Или ты такой классный хакер, что, блядь, хакаешь даже выключенные компы? Кстати, тут, блядь, и так открыт. Прикольно. Ну, что это там? Управление оптической ловушкой. Обосраться. Нахуй мне ее активировать, мне ее деактивировать надо. О, там еще синтоиды, бля. Вот их классно вообще на запчасти разобрало. Прикольно вот этих синтов, мочить синтов этих первых моделей, они так их прям на куски разрывают. У меня от этих шпилек скоро перевес будет, одни шпильки. Их невозможно так переводить, расходовать. Чтобы в них была потребность постоянно. Блять, кто меня подпирает сзади, сука? Валентайн, ты часом, блять, World of Tanks не играешь, а? О, лидер, хуяно. Лидер мой. Да заебанец-то, Валентайн. И кто это ползает? А, это, бля, Брюс Уиллис охуел. А на Валентайна пизжу по привычке. Пара-пара-пам, новый уровень, сука. Так, что там у нас по новым уровням? Игра не ранит цели брони. Автоматическое оружие, что? Ага. Надо брать. А что, на следующем уровне будет? То же самое, что? Прикольно. Carrington, Stanley, Salus Acrote, Suprema Lex. Open says me.
Создание брони. Ну, его спугнули. Что это было там? Кажется, он только что застрелился. Томми, хотелось бы, чтобы его оружие досталось мне. А что у него за оружие? Tinker Tom restored it. You'll meet him later. It's cutting-edge old-world tech. It's powerful and, more importantly, quiet. You'll never find another weapon like it. Да, это, блядь, большая честь для меня, Диакон. Спасибо. Спасибо. Я польщен. Это все равно, что вытащить меч Эскалибур из камня. А теперь, если можно, я... просто я осознал, что я недостоин этого классного пистолета и хотел бы засунуть его обратно в задницу, блядь, этому пидорасу. О, стелс-бой, привалило счастье, самая ненужная хуйня в этой игре. Но зато он и весит классно. Я бы хотел этот тихий пистолет засунуть ему в задницу, потому что это просто... Просто вообще, блядь, нелепо. Защитный комплект? Вау, от чего он защищает? Оружейный верстак. Эй, я могу сверстать себе новый прицел для лазерки? Прямо здесь. Не знаю, это что за хуйня? А что он у меня делает? Разобрать, конечно, нахер он нужен. Модифицировать. Так, сейчас, сейчас. Где этот улучшенный прицел? Коллиматорный прицел. Да, сучка, да, я могу это сделать. Ура. Так, защитный костюм. Крышка мина. Чё за защитный костюм-то? Одежда, защитный комплект. О, ебать, копать. Тысяча брони от радиации. А сколько он стоит? Валёк тебе взять такой? 85 крышек целых. А говорят, что он охуенно редкий. А по цене не скажешь, что он редкий. По цене он похож на говно. Это, блядь, отлично. 1000 брони от радиации. 1000 защиты от радиации. А, найти эту броню именно после того, как ты уже прошел квест в светящемся море, это большая удача. Это все равно, что, я не знаю, это на уровне вот этого бесшумного классного пистолета. Вместо одного ненужного говна ты получаешь два ненужных говна. Второе ненужное говно ты получаешь бесплатно. Мы отсюда пришли. Так, сюда мы повернули. А если мы сюда пойдем, то мы найдем обезьяну-астронавта, о которых я уже говорил. Тут просто... Не просто повсюду. Что тут еще есть? Журнальчики, пупсики, что-нибудь. Валек. Взять. Ну так иди. Шустрее, блядь. Вот, бегом, правильно. Отчет по разделу. 91-92 год. Команда просит удвоить бюджет. Да-да-да, это кризисное время было. Хуй вам, блядь. Чё это, блядь, за херня? Вот так, теперь отсоедини кабели. Готово. На каком уровне целостности данных? Да-да-да, очень интересно. Потрясающе обосраться. Понапишут, блядь, хуйни какой-то. Это же легкий терминал, ты задолбал. О, нихуя тут конструировали. Смотрите, какие. Тут готовилось восстание машин, походу. Шел нахер от терминала. Чертеныш, дай, бля. Батька, бля, сделай все, что надо. Мог бы сам двери открыть. Давай, 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 говна кусок, чтоб тебя, блядь. Сука, вирусы сожрали. Наверное, на этом компе стоит Касперский, блядь, поэтому тупит. Плитка. Коробка с шпильками, сишки. Еще, блядь, это все что ли? Давай, Виллис, ёптать. Брюс Виллис, Брюс залез. Тайник с крышками я хотел.
Да, крышка 7, два тайника было даже, да? А вот это, блядь, нахуй не надо. Так, это выход. Значит, по-моему, там сзади еще была одна развилочка. Ну-ка, момент. А, тут сортиры. Ты что, посрать сюда пошел, что ли? Я думал, синты как и девочки не какают. Два стимулятора. Великая удача, не зря ходил сюда. Средний. Ну тут я сам, тут я, конечно. Херак. Yes. Yes, motherfucker. Охуенно. Швабра. Да. На этом закончилось тут что-то полезное. Ну, вентилятор. Ру Карлсона скрафтить захочу. Опять что ли? Вы тут когда-нибудь закончитесь, господа? Да, я ядрись тканем. Да что ж, блядь, за хуйня-то такая? 7 патронов, ёб твою мать. Второй где? Второй вообще в пепел превратился. Средний. Я уверен, что там лежит что-то обалденное. Ядерный блок. Заебись. Вообще от бога. Я за этот квест сразу 2 блока нашел ядерных. Беатрис Белл. Последняя жертва. В спортивном костюме. Я, кстати, нут-патч поставил, но он что-то не работает. Уже сколько тёлок раздел, тут ни одна не показала чего-нибудь интересного. Лифт. Все, погнали отсюда. Ну, не знаю, что это за прототип, конечно, наверное. Я думал, что какой-нибудь робот, что они тут роботов делали. А, вот мы и пришли. Понятно, почему лифт было не вызвать, потому что терминал... Ну да, не было, то есть, шанса какого-то в лоб пройти. Но они дали мне попробовать. Вот, сука, за это я их никогда не прощу. Зачем они отняли мое время? Если это невозможно было сделать. Бредятина, блин. Ну да, пусть пути разрабов неисповедимы, что поделать. У старой церкви. Он сказал, лучшее, блядь, а не отличное. Они что думают, что мы английский, блядь, хуже них знаем, что ли? Это он так уебал отсюда, нихуя себе он спринтует. Как будто что-то спиздил. Так, встретиться у старой церкви, это где? Блять, хуй чё разглядишь. Ну, добираться до базы подземки, это, конечно, в два раза хуже, чем до базы Братства Стали. В основном потому, что... хоть там и где-то 2-3 загрузки требуются, да, чтобы куда-то пройти. Здесь загрузка на входе в церковь одна, но она, блядь, в два раза дольше, чем все вместе взятые загрузки на дирижабле Братства Стали. Еще что-то вообще тут нихера не понимаю, куда идти надо. Мне вроде надо вниз. А вот, наверное, значок подземки. Они тут... там, где есть какая-то собственность подземки, там, видимо, всегда что-то нарисовано. Ну и спринт по катакомбам, конечно же. Это просто вообще бежать и бежать. Они бы лучше сделали какой-нибудь тайный ход, быстрый. Чтобы до них можно было добраться. Или переход к ним прямо на базу. Так, сохранюсь-ка, а то сейчас будет какой-нибудь переломный момент в моей карьере. Работника метрополитена, блядь.
Ricky on his shoulder and blasted his way through the rest of the complex. Synths everywhere. Ни хрена он херачит. Новенький подлатал через плечо. Deacon told me you single-handedly secured Carrington's prototype, disabled a minefield. Да. О, блять. Это у вас что, темные эльфы в банде? Глория. Ну а чё он тебе, пиздец что ли будет? Посмотри в его честные глазенки. Да, ей бесит, провались. Ну-ка подожди-ка нахуй. Кажется, блядь, эту женщину муж, наверное, так наёбывал, что она теперь, блядь, любую ложь чует запахом. Сейчас мы её, блядь, всё равно наебём. У меня тут есть средства для наёбки. Надо одеться, как самый честный человек на свете. Где эти? Еб твою мать, модные очки. О, да! Сучка. Сейчас она мне еще и даст, я уверен. Давай, Брюс. Толкай ей. Ща мы ее разведем. Ща она обоим нам даст. Да, да, ёпта, да. Бля, буду, мамой клянусь. То-то же, сучка. Первую сотню я убил, блядь, голыми руками. Чтобы убить вторую, блядь, мне пришлось отломить от стула ножку и драться ей. Третью сотню дьякон убил своей залупой. Так полегли 300 синтанцев на входе в ваше убежище. Да, спасибо. Как насчет шпили-виль-то? Дайте проездной теперь от московского метрополитена годичный. Не, нихуя дорого, да? Кодовое имя. Мастер, варианты, профессор. Мне не нужно кодовое имя, ну-ка, варианты. Бог хочу. О, снайпер, шорох, симпатяга. Ну, ебать, конечно же, я хочу крутое имя снайпер. Спасибо, тебе тоже. Хоть твоя задница немножко и обвисла, а сисек у тебя вообще, походу, никогда не было. Да, губы у тебя такого цвета, как будто тебя, блядь, твой труп из воды недавно вытащили. Эй, Брюс Уиллис, чувак, ты охуенный, но мне надо выполнить квест, блядь, этого сраного синта, который нихуя мне его не дает. Да, но когда-нибудь я возьму тебя в пачку. Ты так круто прикрыл своего братана, что я буду ходить с тобой, даже несмотря, что ты не тёлка. Мне просто нравится. Нравится это, как его, блядь. То, что ты такой свой в доску, чувак, короче. Мы будем на пару пиздобольствовать ходить и разводить тёлок. А еще у тебя очки крутые. Дай пять, братан. Все, в общем, на этом серия заканчивается. Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Продолжение следует.